Наступит ли конец света 21 декабря 2019 года? И почему от нас скрывают? Истинная дата пророчества майя о конце света 21 декабря 2019 года. В течение нескольких лет предсказывалось, что конец света наступит 21 декабря 2012 года. Исходя из сложных астрономических расчетов, а также календаря индейцев племени майя, пророки указывали, что мир, каким мы его знаем, закончится и наступит библейский конец времен. Прошло 7 лет, и теперь называется истинная дата пророчества майя о конце света. 21 декабря 2019 года. Некоторые предсказывали, что нас уничтожат стихийное бедствие, такое как гигантское цунами, мощное землетрясение или же извержение вулкана. Другие полагали, что 21 декабря таинственная планета Небиру вторгнется в нашу домашнюю систему. Вторжение приведет к изменениям магнитных полюсов, гравитационным инверсиям или черной дыре, настолько большой, что наша Солнечная система просто исчезнет. В любом случае, этот странствующий гигант разорвет планету Земля, а люди сразу отправятся на суд Белого престола. Наконец, когда многие в истерии апокалипсиса попрятались бессмысленные перед этой катастрофой убежища, наступил день, 22 декабря 2012 года, и ничего не произошло. Земля все так же продолжала вращаться вокруг Солнца, как будто ничего не произошло в предыдущий месяц. Безумие конца света было рассеяно так же, как и все, кто объявил о скором конце человечества. Затем настал черед скептиков, которые резко критиковали верующих безумцев. Тогда все осудили лжепророков за то, что они воспользовались доверчивостью людей. Но что, если расчеты экспертов были неверными? Что, если предсказанный майя апокалипсис еще впереди? Пророки прошлого, оконфузившись, кажется, покинули эту сцену, но им на смену пришли новые щитоводы конца времени. Признанный в прошлом исследователь теперь уверяет, что конец времени наступит 21 декабря 2019 года, ровно через 7 лет после предсказания майя. Дэвид Монтейн, писатель и независимый исследователь, говорит, что апокалипсис майя был неправильно истолкован в 2012 году. Согласно его заключениям, реальный день окончательного суда состоится 21 декабря 2019 года. Как сказал Монтейн, апокалипсис 2012 года, основанный на календаре майя, ошибочен. Это было лишь начало семилетнего периода бедствий, и наступивший год знаменует собой
конец этого периода времени. Настоящий апокалипсис начнется 21 декабря 2019 года, ровно через 7 лет после того, как календарь Майя заявил неизбежный день конца света, заявил Дэвид Монтейн. Автор идеи идет дальше в своем прогнозе, гарантируя, что 28 декабря, через 7 дней после 21 декабря, произойдет смещение полюсов на Земле, и стихийные бедствия будут разрывать всю планету. Кроме того, Монтейн верит, что предстоящие события на Земле исполнят библейские пророчества, предсказанные в священной книге тысячи лет назад. Однако это не первый раз, когда Монтейн раскрывает новую дату конца времени. Правда, пару лет назад он не был услышан. Еще в 2013 году он опубликовал книгу под названием «Конец времени и 2019 год. Конец календаря Майя и обратный отсчет времен, но дня окончательного суда». Мировые элиты знают о конце света. На страницах книги Дэвид Монтейн объяснил, что конец длинного счета Майя 21 декабря 2012 года действительно был официальным началом из 7 лет скорби Библии. Оба явления сфокусированы на одних и тех же астрономических событиях, которые происходят с 2012 по 2019 год. Поэтому мир, каким мы его знаем, закончится в 2020 году. Автор объясняет, что тексты Древней Индии рассказывают нам о великих циклах разрушения. Египтяне рассказали одну и ту же историю с разными именами. Мы раскрыли другую версию истории. И они очень четко определили время событий с декабря 2012 по 2019 год. Замечательно, что Дэвид Монтейн учел теорию заговора, благодаря чему он был услышан. Теперь он считает, что мировая элита знает о грядущих событиях. Они годами тайно готовились без оповещения населения, чтобы избежать хаоса. И это подводит нас к тому аргументу, что астрономические признаки ясно указывают на неизбежный апокалипсис, который произойдет именно в этом году. Наиболее скептически настроенные люди раскритиковали новый прогноз Монтейна. Они напомнили, как несколько лет назад предсказывали, что Антихрист прибудет в 2016 году, или Барак Обама на самом деле был Люцифером. И это станет причиной конца времени. Однако мир по-прежнему продолжает вращаться. Оставляя в стороне противоречия, задумайтесь на минутку. Может, мировая элита нарочно распространила ложные слухи о том, что мир закончится в 2012 году? Зачем? С единственной целью того, чтобы когда пришло время настоящего апокалипсиса, этому никто не поверил. Напишите.
Напишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, произойдет ли конец света 21 декабря 2019 года, или все это домыслы.